Ингушский педагогический колледж – это самое старейшее учебное заведение на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. А самому нашему учебному заведению уже более 100 лет, и возникло оно, это учебное заведение, как мужская гимназия в 1912 году. Мы очень гордимся, что попечителем нашей гимназии был один из известнейших купцов, меценатов города Тетюши, Петр Иванович Колсанов, который был почетным попечителем Тетюшской мужской гимназии. Именно так выглядело наше учебное заведение в 1912 году. И когда открывали наше учебное заведение, то всех обучающихся города собрали в Крестовоздвиженской церкви, которая находилась на территории сейчас Ленинского сада. По нашему учебному заведению был организован молебен. Все молились за здравие, за процветание нашего учебного заведения. И затем все обучающиеся города крестным ходом проследовали к нашему учебному заведению. И Петр Иванович Колсанов сказал замечательные слова: «Пусть труд, правда и милость царствуют в этом доме». И так и будет, надеемся, еще и следующий век. В 1917 году возникло наше учреждение как профессиональное образовательное учреждение. И в 2017 году наше учебное заведение будет отмечать 100-летний юбилей. В настоящее время происходит перепрофилизация учебного заведения. В связи с тем, что педагогических учебных заведений среднего профессионального образования уже достаточное количество в республике, идет оптимизация педагогических колледжей. И некоторые колледжи закрываются, перепрофилируются. Наше учебное заведение нашло свой путь. Вот уже второй год на базе нашего колледжа реализуются специальности МЧС. Это защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Это совершенно новые для республики направления. Раньше колледж был единственным учебным заведением на юго-западе, которое готовило педагогические кадры. Теперь мы стали единственной в республике, которая готовит кадры для МЧС. Наш колледж будет называться Тетюшский государственный колледж гражданской защиты. И я хочу отметить, что понятие гражданской защиты – это очень широкое понятие и подходит под многие специальности. То есть колледж превращается в многопрофильное учебное заведение, который будет реализовать и специальности МЧС, и прикладную информатику для гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и физическая культура, и инструкторов по ГТО мы можем готовить. А также мы планируем по заказу нашего учредителя и осуществлять подготовку и педагогических специальностей, потому что образование – это гарантия безопасности государства, и в широком смысле это тоже гражданская защита. Мы хотим вас познакомить с нашими первыми первокурсниками. Это 102-я группа, пришедшая к нам совершенно недавно, группа МЧС, но которая уже показала себя достаточно хорошими студентами. Они великолепно готовятся к урокам, замечательно отвечают и дружны между собой. Они очень ответственны, так что я этой группой очень довольна. Так, здесь группа 103, специальность защита в чрезвычайных ситуациях. Группа отличается тем, что очень высокая мотивированность. Дети пришли сюда получить хорошую, благородную профессию. Учатся с энтузиазмом, учатся вести себя так, как положено спасателю, а не как обычному студенту, курсанту, ученику. Они себя ощущают на голову выше, чем их ровесники, которые обучаются в школе. Вот, это то, что я могу отметить. Я приехал из Чувашской республики, из Чебоксара, в Тетюшу, чтобы получить благородную профессию для работы в МЧС. Меня зовут Якушев Дамир. Мне очень нравится эта профессия, потому что как бы в этой профессии можно спасти чью-то жизнь. Я приехал из города Казань, из столицы, чтобы получить эту профессию и спасать жизнь людей. Когда мы узнали об этой профессии, о профессии МЧС, мы очень обрадовались.
то, что здесь есть такая профессия, техник-спасатель. Это для нас очень героическая профессия. Это целью как бы спасать людей заключается. Вот. У нас здесь проходят разные мастер-классы. Мы уже обучаемся на втором курсе, и у нас профессиональные предметы идут уже. Да. Мы посетили уже Главное управление Казани МЧС, пожарную часть Тетюшек, Буинское пожарное отряды. Выступали на WorldSkills в прошлом году. И спустя век колледж является престижным учебным заведением, имеет достойные награды от правительства республики нашей, от Российской Федерации. Колледж входит в число 100 лучших вузов России и награжден медалью «Европейское качество». А также мы одни из немногих колледжей в России имеем диплом правительства Республики Татарстан за качество, чем очень гордимся. Колледж имеет много результатов замечательных, по-прежнему занимает лидирующие позиции в спорте. Гордимся, что наши выпускники учебного заведения в конкурсах республиканских «Учитель года» занимает призовые места. И, например, Владимир Гончаров, у нас выпускник нашего учебного заведения, занял второе место на конкурсе «Учитель года». А Аранис Идрисов, наш выпускник, занял первое место среди учителей ОБЖ на республиканском конкурсе «Учитель года». Мы тоже этим очень гордимся. Колледж имеет свое издание, газету «Педагог и престиж», которая ежемесячно уходит в самые ведущие библиотеки нашей страны. Телевидение нашего города, нашего района началось именно с нашего учебного заведения, потому что именно здесь появились первые телевизионные передачи и первые ведущие. Также мы гордимся, что наше учебное заведение чтит традиции толерантного этнокультурного воспитания. В колледже действуют 4 ансамбля – русский, татарский, чувашский и мордовский. Хочу напомнить, что на базе нашего учебного заведения в 2011 году проходило заседание Ассамблеи народов Татарстана под руководством Мухаммедшина Фарида Хайруллича. И он высоко оценил толерантное воспитание в нашем учебном заведении. Кроме того, колледж гордится своими выпускниками замечательными. Фурасев Александр, призер универсиады, Артем Николаев, призер универсиады. У нас есть даже свои победительницы конкурса красоты в Татарстане, знаменитые телеведущие, которые работают на телевидении, на республиканском. Колледж по-прежнему развивает, чтит свои традиции. И в следующий век, мы надеемся, перейдем тоже с замечательными результатами. Я Старостина Алена Геннадьевна, преподаватель музыкальных дисциплин Тетюшского педагогического колледжа. Я обучаю студентов по таким предметам: сценическое мастерство, досуг. На данный момент у нас идет урок дирижирования. Сюда из города Буинска. Выбирала между городом Казани и Тетюши. Я являюсь солисткой группы «Яшлек». Мне нравится тут учиться. Я Пегилова Наталья Николаевна, преподаватель музыкальных дисциплин нашего колледжа. После окончания нашего учебного заведения наши выпускники будут работать в детских садах, в центрах дополнительного образования, в школах, в клубах, домах культуры. И я уверена, что они будут замечательными педагогами, замечательными мастерами своего дела. Абдрашитова Александра Филипповна, преподаватель музыки. Обучаю детей замечательному искусству пения, вокалу. С прошлого года занимаюсь со студентами, курсантами. И сейчас такой небольшой фрагмент вам покажу. Году мы начали готовить учителей начальных классов. Здесь как бы лента времени изображена наше учебное заведение. В 66 году за выдающиеся успехи в спорте, за первое место на всероссийском спартакиаде колледжу было поручено готовить специалистов по физической культуре и спорту, учителей физической культуры. И
В 16 году мы будем отмечать ровно полвека, 50 лет подготовки учителей физической культуры. Я Яковлевич Сергей Валерьевич, учусь на специальность физической культуры, 306-я группа. На следующий год получу диплом. Наша профессия очень сильно востребованная. Мы изучаем профессиональные модули, ходим на практику в школу ДЮШЕС, мы ездили в лагеря, работали вожатыми. Мы будущие учителя. Наша профессия очень сильно востребована. Мы будем учить маленьких детей, мы будем преподавать у них. Спасибо нашим учителям за то, что они у нас такие хорошие. И они нас учат на профессиональном уровне. Я Владимир Дмитрий Анатольевич, преподаватель биологии и химии. У этой 36-й группы я преподаю предмет физиология с основами биохимии. Этот предмет очень важный для них, потому что он дает основы того, какие процессы происходят в их организме. Это им очень нужно, как учителям физической культуры. Группа серьезная достаточно, у них уже есть мотивация к учебной деятельности, то есть, как уже было сказано, то, что они уже проходили лагерную практику, у них будет практика скоро в школе, они будут учить детей, принимать у них нормы ГТО. В данный момент идет урок «Методика продуктивного видом деятельности». Специальность – преподавание в начальных классах. На этих уроках мы учимся роспись по дереву, бисероплетение, мягкие игрушки и многое-многое другое. В 93-м году было открыто новое направление в нашем учебном заведении. Стали готовить учителей музыки. Это тоже было революцией для нашего района, для Юго-Запада республики. В 2010 году, год учителя, колледж стал готовить в духе времени специалистов по прикладной информатике по отраслям. Вот уже около 10 лет мы готовим специалистов в области IT-технологии. Это специальность прикладная информатика по отраслям. Мы готовили специалистов для образования. С этого года мы набрали группу специальность прикладная информатика для работы в МЧС. Здесь изучаются предметные модули, обработка отраслевой информации, разработка программ отраслевой информации, сопровождение этих программ и проектная деятельность. Дети у нас сдают государственные экзамены в виде дипломных работ, и большинство дипломных работ оценивается на отличное, потому что они достойны такой оценки. Наши студенты, готовые специалисты эти технологии, они могут быть системными администраторами, они могут быть программистами, в разных учреждениях могут выполнять такие задания, как создание сайта, сопровождение сайта, обработка информации любой сложности. Изучается очень много прикладных программ. Практику наши студенты проходят в организациях города. Поэтому те, кому нужны эти специалисты, они могут нам подать заявку на практику и посмотреть студента на деле, чтобы потом уже закрепить трудовой деятельности. Вот в этом году у нас выпускаются 17 специалистов. 10 человек в этой группе учатся только на отлично. То есть очень хороший кадровый потенциал. Хочу представить отличников учебы, выпускники этого года, будущие IT-специалисты. Это Сережа Ермошкин. Он представлял не только наш колледж, но и на республику в чемпионате WorldSkills по номинации IT-технологии. Это Сергеев Максим. Они тетюшане. Все 4 года они учатся только на отлично. Это замечательные будущие кадры для нашего города. В нашем колледже я получил необходимые знания для поступления в институт. Какие планы у тебя на будущее? Куда хочешь? Сначала, конечно, я пойду в армию, а потом
планирую поступить в институт. Мне нравится работать с информационными технологиями. И сейчас мы готовим проект. Получив данную профессию, можно работать техник-программистом, администратором локальной сети и также параллельно учиться на заочной форме обучения. Я выбрала эту профессию, потому что эта профессия сейчас очень востребована, и девушек в этой профессии мало. Приходите к нам в колледж. Колледж хранит даже библиотеку столетней давности, именно учебные пособия, книги, энциклопедии со времен мужской гимназии. Вы видите здесь книги, которые 1910-1903 года издания. Все это уникальные издания. История Римской империи, большая энциклопедия, русская энциклопедия. Такое огромное богатство, достояние хранится в нашем учебном заведении, хранит вековую память. Сизов Елена Григорьевна, это наша библиотека. У нас фонд 28 995 экземпляров. Мы выписываем журналы, газеты. Для МЧСников вот у нас есть новая литература. Для начальных классов вот журналы, газеты выписываем. Я заведующая производственной практикой Самигуль Малсуринатовна. В настоящее время наши студенты обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, основной чертой которых является практикоориентированность. За время обучения наши студенты проходят различные виды практики, такие как учебная, производственная, преддипломная. Наши ребята успешно проходят практики в образовательных учреждениях и иных учреждениях и организациях. Я Шакирова Чулпана Угановна, преподаватель гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Я преподаю здесь профильные предметы. В этом году закончила я Казанский национальный исследовательский университет имени Туполева. Моя специальная защита в ЧС, и сейчас вот я первый год работаю здесь. Это первый год моей трудовой деятельности. Я очень рада тому, что сейчас я готовлю кадры, которые в дальнейшем принесут нашему обществу пользу, принесут благие дела нашему обществу. Студенты здесь мотивированы, очень умные, хорошие, и мне здесь очень нравится. Я Василий Олег Витальевич, студент 202 группы. Второго курса. Моя профессиональная специальность – защита в ЧС. Но мы побывали с нашей группой в поисково-зональном отряде в городе Буинске, также в 133-й пожарной части города Тетюши. Мы благодарны нашим преподавателям, учителям, что они нас подготавливают к нашей профессиональной деятельности. Я Николаева Татьяна Анатольевна, работаю уже 2 года. Медицинский кабинет у нас лицензированный. У нас обращается очень мало, в основном здоровые ребята. Мы с вами находимся в этнокультурном центре нашего колледжа, который называется «Альянс культур». Как мы все с вами знаем, в нашем Тетюшском районе компактно проживают русские, татары, чуваши, мордва. Поэтому в этом плане, в плане многонациональности, Тетюшский район является уникальным. Конечно же, центром нашей воспитательной системы в нашем колледже является этнокультурное толерантное воспитание. И как 4 национальности у нас крепко уживаются в нашем районе, так и как бы 4, вы видите, луча вместе соединены вверх, символизируют единство народов, проживающих в нашем районе. И в центре находится это замечательное дерево дружбы, дерево мира, которое наши гости украшают. И оно у нас с каждым разом все краше и краше становится. Наше дерево дружбы, дерево любви, толерантности, дерево уважения, терпимости друг к другу. Сафарова Инга Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе. 92% выпускников нашего колледжа трудоустраивается уже в первый год после окончания нашего учебного заведения. Наши выпускники работают учителями начальных классов физической культуры, учителями музыки, музыкальными руководителями в школах, детских садах, детско-юношеских спортивных школах, в домах культуры, не только в городах и селах нашей республики, но и соседних регионов. С 2014 года в нашем колледже началось обучение по новым специальностям. Это защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. О востребованности данной специальности говорит тот факт, что конкурс при приеме на данной специальности составил 3 человека на место. В
Первый год обучения, это в прошлом году, к нам поступило 75 человек, курсантов по этим специальностям. А уже в нынешнем году, в 2015 году, поступило 125 человек по специальности защиты ФЧС и пожарная безопасность. Контингент нашего колледжа составляет 324 человека. По отзывам родителей и студентов, им очень нравится обучаться в нашем колледже. Но это стало возможным благодаря тому, что в нашем колледже трудится замечательный педагогический коллектив, который прилагает все свои усилия, чтобы передать все свои знания, свой опыт для воспитания специалистов со средним профессиональным образованием. Я, Селюков Виталий Николаевич, являюсь руководителем физического воспитания нашего колледжа. Наши студенты активно участвуют во всех районных, республиканских и всероссийских спортивных мероприятиях и неоднократно являлись и победителями, и призерами данных соревнований. Также наш колледж является призером рейтинга средних специальных учебных заведений Республики Татарстан. Мы по-прежнему существуем, развиваемся и верим, что наша история будет продолжаться и на много лет вперед, и еще века мы будем развиваться и процветать. Это всего лишь новая страница в истории нашего учебного заведения.